хоть что-то мы смогли сделать. Вода убегает. Нам нужны трубы. Обязательно трубы. Ребят, основная вода ушла, но не вся. Нам нужно делать подсыпку. Нам очень-очень нужен гравий или доски. Нужен гравий или доски. Многие говорят, отсадите собак. Хотела бы у вас спросить, ребята, а куда я их отсажу? Для того, чтобы их отсадить, мне необходимо сделать новые вольеры. Мы сделали траншеи, но вода уходит не вся. Да, мои солнышки, мамины. И отсадить я их не могу, ребят. Мне некуда. Мне некуда. Главное, с вольеров хотя бы ушла. Здесь тоже сейчас потихонечку вытекает. И вода ведь текет еще и оттуда. Здесь уклон. В первую очередь нам необходимо оплатить корм. Затем вот поднять вот это здесь. Поднять, ребята, чтобы с леса вода вся к нам не текла. Даже мы сделали там траншею, но она переполнена и не справляется. И вода все равно течет через приют. Ребята, нам очень нужна помощь. Очень. А у нас нет денег даже на трактор. Понимаете, вот мы наймем трактор, он немножко нам сделает и пропал. Так, ребят, вольеры, где вода, укладываем поддоны. Сверху на них сейчас будем настилать доски. Везде будут поддоны и застилать будут деревянные полы. Будем делать из того, что есть. Все, что сможем собрать, соберем. Так, нет, ребята, вот так немножко наклонили и толкнули ногами. Не так, слышишь? Мальчики, приподняли с того боку. Так, ребята, мы закрываем вот так пока. Пока вот так. Потом будем сверху настил из досок делать. А сейчас хотя бы просто поднять собак из воды. Ребята, за неимением средств мы делаем, что можем, поддонами. По крайней мере, собаки не будут сидеть в воде. И так сейчас буду проходить везде. Если кто-то может помочь привезти нам поддоны, будем очень благодарны. Нужны большие, мелкоячеистые поддоны. Пожалуйста, если можно, ребята, нам нужны поддоны. Все, мои хорошие, да? Все, траншею мы роем, вода уходит, но все равно этого недостаточно, ребята. Здесь нужны особые вложения и тяжелый труд. Сейчас то, что мы делаем, это мертвому припарка. Но хотя бы так. Делаем по своим силам. Ребята, нам предлагают доски по 10500. Если можете помочь, куб доски 25, 10500, нам не хватает досок. Я прошу, ребята, помогите купить досок, хотя бы кубов 10. И нам хватит, ребята, пожалуйста, сделать самое необходимое, я вас прошу. Самое необходимое, куб доски стоит 10500, помогите, друзья. Приют не выживет без вашей помощи, ребята. Люди, отзовитесь, я вас очень прошу. Ну, не выживет. Почва у нас такая, глина сплошная, понимаете? Поэтому такая грязь, такое болото. Ребята, нам не выжить без вашей помощи. Я прошу у вас помощи, пожалуйста. Пожалуйста, ребята, помогите нам. Друзья, приюты помогают вам. Убирают с улиц бездомных собак. Стараются обезопасить ваших детей и внуков. Друзья, помогите нам. Ну, мы же не звери. Мы цивилизованные люди. Ну так отзовитесь, пожалуйста. Помогите создать хоть небольшие условия для тех, кого мы с вами убираем с улиц города. Кого мы наплодили и бросили. Так, сколько рядов осталось? Два? Четыре. Так, ребята, кормим. Так, Фирус, корм есть? Фирус, вот это что у нас там наверху? Сегодня припозднились с кормлением, потому что делали полы в вольерах.
Мы сейчас только докармливаем собак. Девочку нашли в вольере, вот она сидела в воде, у нее пухла лапа и прям ранка вся. Да, вернее, в воде. Лапка распухла, а вот где ранка, ее не видно. Так что приходится сейчас выработать полностью всю лапку. Тихо, малыш, не трогай это. Тихо, маленький, тихо, дай положу. Вот так. Так. Еще сверху. Можно пальчиками ложим. Тихо, девочка. Не бойся. Держи крепко. Боится. Так, ребята, это Кристи. Она молоденькая. Ей всего около года. Вот такая девочка у нас. Симпатичная мышка. Очень симпатичная, ласковая, одобряющая девочка. Просто где-то наколола лапку, а вода была грязная, поэтому... Вынесла инфекцию. Хорошо, что заранее увидели. И сразу увидели, что лапка припухает. Вот так. Так, давай я в клетку. Делаю там место. Эту не трогай. Держи за попу здесь. Рукой и за попу. Вот так. Сейчас мы слышим. Вот так. Нос. Девочка у нас сегодня на перевязке. Я перевязываю одна, так что снимать не могу. Я, конечно, не спец, как Валентина, в перевязках, но... Ты что отвернулась? Эй, скромница. Скромница, поверни морду. Давай. Ну, что? Готово. Еще у нас одна девочка на перевязке. Там уже маленькая ранка осталась. Но мне не нравится очень горячая лапа у нее. Я думаю, не мешало бы снимок все-таки сделать. И, кстати, вот эта вот девочка очень ласковая, классная. У нее нет ушей, обгрызаны какие-то уши такие. Одно. И у нее, как у Лиры, вот я ее когда перевязывала, обнаружила, видите, шрам. То есть, видимо... То же самое было у нее, вот как у Лиры, в петле. На шее шрам. А девочка очень маленькая. Ну, как очень маленькая, ну, не крупная. В общем, девочка и очень ласковая, очень классная. Такое все какое-то несчастное, все перекошенное. Да, да, скажи, я домой хочу.